Привет, друзья. Прочитал недавно интересные такие факты или наблюдения. Знаете, когда звезд, ну, как минимум голливудских, не буду за все говорить, но давайте, ну, пусть будут просто звезды. Когда звезд приглашают на какие-то мероприятия, вы заметили, там пишется или говорится, что они приходят на это мероприятие, максимум полчасика там находятся и убегают, объясняя тем, что их ждут на другом мероприятии. И вот суть этого всего в чем? Там много говорится, но суть в том, что не будьте сильно, вас не должно быть сильно много. Вы должны быть в дефиците. Короче, и вот я поэтому иногда, как вы заметили, пропадаю. Кстати, Наташа тоже молодец, она дозированная, не надоедает людям. Вот и я тоже. Иногда часто, иногда, ну, мне по настроению, если мне хочется снимать, есть что снимать, а иногда пропадаю. Если вы заметили, я не так, ну, мне нет такого, как у других блогеров, погони какой-то там за количеством, за деньгами, наверное, больше, да, которые строчат по 2-3 ролика в день. Ладно, сейчас покажу вам интересное место. Я тут оказался, сейчас пойдем. Таксовал, сюда занесло. А я хочу пойти, я как-то увидел, что тут такой есть скверик. Сейчас пойду и сам посмотрю, и вам покажу. Посмотрите, ух ты! На берегу, короче, Днепра. Смотрите, такие вот места для отдыха, как типа лавочки. Ну, я не знаю, тут еще уже все, но я как раз. Меня можно увидеть. Смотрите, какое прекрасное место. И, кстати, тут таких мест, я знаю, мы как-то на велике ехали по набережной. Очень много таких мест, скверов таких, парков или как даже. Ну, это не парк. Ну, в этом я не был. Я был в других, заезжал на велосипеде. Ух ты, как шикарно. Вечером тут, наверное, вообще прекрасно. Посмотрите, как. Вообще Победа, конечно, один из самых таких райончиков цивильных. Таких, как же сказать, недостойных, а как... Блин, что-то я... Престижных, о! Ну, блин, ну красота, вы посмотрите. Просто шикарно. Там я вижу спортивная площадка. Фонтан, офигеть! Ну, красота же, да? Просто красота. И это я вам скажу, одно из немногих мест в городе вообще. Я уже какой, третий год в городе. До сих пор его полностью не... Хотя и таксовал, да? И все равно его полностью не изучил еще. Не был на всех местах красиво. Посмотрите, какой шикарный звук здесь. Воды, мощь. Ну, это же вообще класс, скажите. Смотрите, какие типа тоже места, зоны отдыха. Блин, деревья какие, ну вообще ж такие вот, да, сидишь, ну это ладно, это еще такое. Вот тут на берегу, вообще на бережку. Ну тут, видите, как остров перед нами, получается, тут такое, как Днепр, да, но узкий, потому что остров перекрывает. Ну, ночью тут, наверное, светится все офигенно, камеры. Красота. Вот такое место офигенно. А, тут с одной стороны лицом к воде. Кстати, можем посмотреть, какая вода. Так, а то, что торчит змея, что ли? Я ж без них никак. Да, ужик. Голова ужика, смотрите. Куда же я без них? Куда не приду, везде я их вижу. Смотрите, сейчас свалит.
Сейчас он капец. Меня они что преследуют, это змеи, блин. Ну блин, да куда ни приди, везде змея, блин. Обнаружится обязательно. Это потому что я их сильно люблю. Смотрите, сейчас она свалит. Опа, все, свалила. Занырнула. Охренеть. Охренеть. Вода тут, кстати, зеленая. Там рядом пляж. Люди купаются. Вода не такая зеленая. Спрятался, бля. Привет, змейка. Что за змеи меня преследуют, бля? Вот, смотрите. По жизни змеи меня преследуют. Смотрите, какая классная. Садишься так. Опа, балдеж. Просто балдеж, да? Сидишь, ветерочек, освежаешь. Красота. Тут камыши мешают. А здесь это канатная, ой, дорога, точнее не канатная, катаются на лыжах. Так, пошли полностью обойдем. Так, там вот какие-то кафешечка. Далее тут детский какой-то городок. Там спортивная площадка, я увидел. Ну тут большая территория, я вам скажу. И что не могу понять, я тут был или не был, блин. Может я проезжал, может это я с другой стороны заезжал, не знаю. Или там дальше есть такая. Опять же, вот тоже такой, как скелет. Скелет этого. Как его, блин? От кита. Скелет кита лежит. Так, вот детская, смотрите, веревочная. Там какое-то кафешечка, кубик называется. Тут детки, детки, водичка. Детей снимать не будем, а то опять монетизацию открыли. Ой, включат комментарий. Класс, да? Европа, блин, ёперс. Вообще офигенно. Аквапарк такой. Аквапарк для детей. Там. Уже, кстати, судя по вот этим горкам, что впереди, уже это давно здесь. Потому что они выцвели уже. Блин, мне кажется, что я здесь все-таки был. Да, я, наверное, здесь был. Это я просто не заезжался оттуда, я не понял, что это. Смотрите, какой, как это называется? Блин, а как это называется? Что-то я сегодня все позабывал. Юрта, ёпперс это. Да, все-таки я здесь был, то я ошибся. Я ночью здесь был, поэтому я юрта на замке. Блин, а что ж там внутри? Казахская какая-то, киргизская. Киргизская юрта. Внутрь бы зайти, посмотреть. Что там? Самсу пекут. Ну, так вот. Живи и радуйся называется. Все, что нам мешает, это только единственное, это война. Так, жили бы прекрасно, если бы не лезли к нам, да? Вот спортивная площадочка такая. Жили бы, развивались, нет же, ну, не дают. Класс. Вот, кстати, сейчас сирена вроде загудела. Вот что за черный такой, черный шарик. Я думал, он шатается. Вот маленький, а тут такая. Вот опять для деток, а это для взрослых. Турнички. Попробовать подтянуться.
на одной руке. Я на одной не повысил, на двух можно. Ну, такое местечко, друзья. Как вам? Побольше бы таких в каждом районе, везде, чтобы было. Березки такие, посмотрите, как травка подстриженная. Красота. Красота. Люди фоткаются, смотрю, ходят. Ладненько. Ну, такое вам видео. Чисто появился, чтобы показаться. Увидели, что я жив, здоров, все со мной нормально. Наташа на работе. Вожу ее периодически. Сегодня не повез, завтра, ну, может, заберу с работы. Ладно. Пишите комментарии, а то вы тоже, никто даже не интересуется, а где мы? Уже 4 дня нет у нас. Все, я сейчас подтягиваюсь, а вам всем хорошего дня, мирного неба, тихого мирного неба, тихой ночи, обязательно. Дня, конечно же, и ночи тоже. Все, всем пока.